Всем доброе утро, друзья! Мы сегодня с Виталием Молоченко снимаем дубль номер 2. Вчера были поклевки хорошей щуки, у меня нереализованные. Виталик свою красавицу под четверушную взял. После того, как мы уже отсняли финалочку, собирались уходить домой, все-таки нашлись в себе силы, перемерзли немножко, нагрелись и продолжили рыбалку. Сегодня с тем же абсолютно комплектом снастей, на той же лодке, с тем же Виталиком, на том же моторе и так далее, будем пытаться поймать именно трофейную рыбу. Погода сегодня вообще шикарная. Сильный ветер дует с ночи. Снег идет уже, наверное, час подряд. То есть у нас сегодня есть все шансы. Сегодня, может быть, получится такую красивую художественную рыбалку отснять. Без рекламы, без каких-либо суждений и тому подобного. Просто наслаждайтесь. Есть? Мимо. Хорошая? Промахнулась. Хорошая? Удар нормальный был. Классно. Промахнулась. Да яка разница, ну уже работает, уже хорошо. Ё-моё. Знаешь, начинаю просыпаться. Хороший удар, это может быть трофейная рыба. Погода такая сегодня вообще. Сложная. Во флюрик можно, ну попробуй. Есть. И... Да, есть. И... Ух ты. Добрал. Ух ты. Началось. Раздача началась. Виталик, это раздача. Ух, красота. А, блин, надо так прет. Как на морской рыбалке. Прям я палку упираю. Ух ты, это хорошая, Виталь. Нормальная такая. Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Глянь, какая рыба. Хорошая. Это эмоции все. Стандартная двушка для меня. Уже вроде бы и приелась, но класс. Друзья, просто класс. Это Strike Pro Jumper 110. Я вечно забываюсь, как его зовут. Двушечка есть. Я так и не понял, куда она ударила, но четкий удар был. Ага, ага. Да палку загнула конкретно. Ну, она у тебя рослая и отрабатывает хорошо. Тест невысокий. Я как смотрю, как твою палку загибает, мне кажется, там вообще просто... Ужасные кабаны. Просто ужасные кабаны. Хорошие щуки клюют. Хорошие. Погода сойти с ума называется. Просто сойти с ума. Интересно, дедушка поймал или нет? Угу. Ох, он пішов в ту сторону до коряги. Зацепился, може? Не знаю, він під тим берегом, під цим. Есть? Да, отлично. Блин, сошла. Да что ж такое? Виталик, не нервничай. Меньше силикон, все. Меня не нервничай и не ругайся. У нас же художественное видео, ты понял? У Виталика вторая просто поклевка и нереализованная. Самое интересное, что тут 2х стоит. Правда, силикон большой. А голова весом каким? 6 грамм. 6 грамм. Yeah.
Есть? Да. Что, палка у тебя за... Блин, сход. Да ёлки, Виталик, что ты делаешь? Второй, третий уже. Так так плотно вроде села. Так села хорошо вроде. Поставь больше крючок какой-то, ты шо? Да я уже двойники поставил, так уже меньше. Так больше какие-то поставь, такие, чтобы вообще уже. Да что ж такое? Палку загибает так, я не знаю. Не, она хорошо и давить сразу начала, ну. Блин, сейчас джих у тебя буду просить. Я вчера на все ты все ловил и ловилась. Сегодня двойники не засекаются. Где моя опять? Опять вас несет. Да надо больше стравить шнура, просто будет долго, короче, позвонить тут оно. А полметра еще дать, я думаю, уже не будет цепляться. Вот это да! Вот это парус! Да ты шо? Понятно, что несет. Я тебя? А, нет. А что это я? А, это я тебя. Сейчас. Фу, блин. Такая рыбалка уже, проверка на прочность, да? Да. Дедушке пофиг, он закаленный сибиряк. А где мой воблер? Я ж говорю, что я тебя перекину. А, все нормально. Да я смотрю шнур в другую сторону. Я сейчас поставлю. Никто его на паузе, думаю, там не подъел. Опа, есть педаль. Ух ты, ух ты, ух ты. Ой-ой-ой. Вот это дает жазу, а. Вот это жизни дает. Ёлки-палки. А что фрикцион не работает? Я сильно затянул. Гля. О, так это хорошее. Это хорошее. Давай. Это мамка. Фоточку надо. Ух, я не знаю. Либрипом. Либрипом надо, Виталик, там четверочка. Либрип давай. Вот она моя четверочка. Давай я уже сам попробую. Красотка. Это ну такая четверка точно. Да тут пять, наверное. Может и пять. Виталий, возьми ты высокий борт. Ща. За нижнюю губу постарайся. Виталик, это за пятерку, за курок только не... Затягивай в лодку, давай, давай, давай. Да это за пятерку, да. Это шестерка, наверное. Друзья, сейчас будет мега-супер-пупер-фотка. Дай пять. Ай, как я рад, что мы с тобой выбрались на эту рыбалку. Тема, конечно, с эхолотом. Ты шо, был бы мне эхолот? Да ты шо, елки-палки, это такая вещь. Ух ты. Сколько деревьев. Да, тут вообще лежат деревья, гля, он. Да, деревья. Смотри, ух. Ух, лес прям. Ой-ой-ой, что так красиво. Вот это крокодил вообще. Стоит, да. И, кстати, давай его поймаем. Это рыбка. Давай. Если, конечно, не оборвемся, потому что тут такие... Подожди, он получается за корягами, да? Он между сколько? Корягами. А. Между двумя корягами вот тут. Ну, по центру, да? Да. Вот это да. Вот это да. Вот это ты видишь, как хлопнуло в шахту. Вчера вечером вот этот зеленый, наверное, тоже ушел. Вот тоже так тык-тык, а потом вроде как доедает его. Да, и вопрос, как 30 сантиметров? Да вы посмотрите, какая пасть у нее. Я ж тебе говорю, пятнаху тут держал. Там такая пасть. Есть? Да. Хорошая? Блин, Виталик, что ты делаешь? Поставь все на место. Четыре, я все поставил уже. Четыре. Хорошая? Ну, я не успел особо и почувствовать. Может, кабаны клюют?
А, оборвал он даже этот офсетный. Ах, ё-моё. Что? Есть! Эй, сошла! Вот это да, пошла раздача. Опа, есть, добро, ух ты. Коряга. Коряга, а, тут коряга, да. Это что я говорю, что есть коряга, Виталий, есть коряга. Надо трошки сплавиться. Давай, нас несет. Сейчас я подниму. Здравствуйте. Да. Ага. Да. Не, нету. Налога нету. Нет, не, не выпускаются они просто. Да. Ну, в рысь не выпускают налога на. Да. Угу. Автотюн тоже не выпускает налога. Ну, уже давно. Угу. Пожалуйста. Что? Сколько время? Есть! Есть! 10 минут 11. Виталик, нормально. Душечка, стабильно. Ага. Круто. Больше, даже больше, больше, больше. Коротенькая, но жирная. Кобыла! Вот это кобыла! Там за трёху, гляна, короткая, ну просто. Короткая, но жирная. Так, Витюли надо. Есть? Она вообще села без удара. Вопрос, снимаешь? Молодец. Хорошая? Такая, не, под двушку. Угу. Ёлки, ай, подхватка-то мокрая и рука мокрая уже. Ах, плохо сидит. Красивая. Да ничего, нормально, дотягивай, 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 дотягивай. Иди сюда, моя красота. Ой, хорошая, красивая щука. Мне только надо камеру открыть, чтобы не за... Я на свой, на фоткой. А у тебя плоская губцы? Да, конечно, а, не, сейчас, этом... сейчас даю, сейчас. Да, чтоб я не доставал. Угу. Риб-риб дать? Дайте. Есть? GoPro? Да, она снимает. Хорошая? Да, ух ты! Так, лип-грипом? Это дебелый фрикцион трещит, слышу, да? Виталик, да. Скажи, мамаша. Не, не, не прям мамаша, но... Ну, мамаша? Не, не. Виталик, ну не я сильно. Сказал, что она мамаша. Видишь, с той стороны тоже, да? Да. Ух, блин, ну палка у тебя вообще так отрабатывает, жесть. Смотришь, такой вроде крокодил идет. Блин, класс. Ты скажи, как хорошо, что мы на Днепр не поехали. Да вообще. Я просто тащусь. Блин, вчера мы протащились классно. Сегодня это... Ну, люди будут смотреть. Вот кто на работе сидит. Друзья, я вам не завидую. Ой, я бы... не-не, хорошая. Хорошая. Я же тебе говорил, хорошая, Виталик. Это она. Давай, давай. Фоточка сейчас будет. Супер фотка. Ой, блин. Так не надо делать мотор. Отводи чуть дальше, старайся.
Не-не, переводи на другую сторону якорь. Переводи. Подними, чтоб она трубки. Разошлась. Да, подышала и она. Там слабый шнур тут, да? Да я тоже фрикцион стараюсь. Фрикцион не затягивай, сильно, да, не форсируй. Советов, короче, как на Красной площади. Я просто смотрю, как ты вот это, ну, так отрабатывает плат. Хорошая. Эту подсакой можно взять. Ой, камера получила люлей. Не за что. Заводи, пожалуйста. Иди сюда. Ой, красавка. Красава, это трёха, наверное. Да-да. Это трёха. Трофейная рыбалка. Я как чувствовал, ты понял? Просто видео. Где твой коряга? Сейчас еще раз брошу. Где коряга заканчивается, видишь ты? Какая? Дерево. Ну здесь, да. Вот мы, она вот тут еще была. А вторая коряга напротив того столбика. Есть, хорошая. Ух, хорошая это. Это хорошая. Это. Че, она просто. Да не, это крокодил. Ух. Может давай. Ну такая тоже по трёху, походу, да? Не? Да. Это либгрипом. Возьми, Виталий, либгрипом. Так, красивенько. За мордочку я. Сейчас. Смотри, как хорошо она открыла. Давай. Только за низ надо брать, Виталик. Все, поднимай. Поднимай, Виталичек. Красавчик. Давай еще так пару раз. Секунду. Хорошая. Ух. Хорошие удары за двух явно. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Прям просто прет. Я ударов уже не слышу. Может даже прям хорошая. Или она где-то в струю попала, не пойму. Виталик. Либгрип. Найди сразу либгрип, потому что походу. Походу тут нормальное кино сейчас будет. Вот, а это хорошая, это такая больше двушки. На одной тройничке, бери подсакай, бери, вот сейчас уйдет. Виталик, быстрее. Вы уже выплевывают. Прям выплевывают. Давай, да. Отлично, припарковал ты ее, просто красавчик. Да, да, это за трёху. Да, за трёху. Блин! Сегодня рыбалка просто сказка. GoPro стоп видео. Может что-то зацепил, но опять такой тын. А я что-то не дернул как-то. Начал говорить под руку, сказал. Тыннула под руку. Ну все, добрала. Ух ты! Это хорошая, Виталик. Да-да-да. Не, пошла, сдалась. А так сопротивлялась, вроде бы хорошая. Опять сопротивляется. Виталь, давай, пацак.
хорошая, Виталь, бля. Вот, а это хорошая. Давай. Не такая, ну как. Она офигенная, конечно. Там уже сегодня просто разбаловались. Такая за двуху далеко, думаю. Трех. Тебе уже надоело, Виталий. Это трюндель. Мы сегодня не то, что... Это трюндель, Виталий. Это трюндель, ты понимаешь? Для нас уже трюндель, это уже фигня. Сними мое счастливое лицо. Друзья, сегодня трюндели, четверюндели, двюндели, шестюндели один точно есть у нас. Короче, мы просто тащимся. Как сделал аннотацию к видео, сказал, будет трофейная художественная рыбалка. Так оно и получилось. Толчик. Как ощущение? Хорош. Классно. Хорошая? Да. По крайней мере, билась хорошо. Хорошо, да? Где, не вижу. Ага. О, так хорошая. Ножкин кот. Давай, такая тоже. 2,5. Сейчас, давай, да. Тихо, попусти ее трошки. Сейчас. Ух. Да плохо, что камера села. Чуть-чуть подведи. Есть. Красавчик. Гля, как это? Так это трёха, Виталик. Я тебе говорю, трёха. Смотри, какая она широкая, офигеть. Она не такая длинная, но она просто широченная. Это ж жесть. Это просто жестяк. На, держи, сейчас нафоткаю. Только за круг не держи, да, выпадет сейчас. Руки замерзли. Сейчас. Чик. Да, ты голая. Тут такой снег пошел, вообще классно. Нам осталось рыбачить минут 20. Виталику домой возвращаться. Нас развести с дедушкой. Мы останавливались на 2 ночевки у Валерия Михайловича. Я думаю, многие ингульчане его знают. Это дедушка, который голавля на лампочку ловит, который сам делает воблеры. В общем, мастер на все руки. Он там выше рыбачит по течению. Нужно его завести. В общем, времени осталось мало. Рыба ловится. Ловится активно, хорошо, крупная щука. Снег этот, я думаю, будет предсказывать о активности крупной вообще рыбы. Прям вообще-вообще. Так как я люблю. Но время заставляет нас подходить к финалу рыбалки. Флешки уже все заполнены. 3 флешки по 128 гиг. 2 флешки по 64 гига. По-моему, не 2, а 3. Ну, в общем, это жесть. Это жесть. Это жирная рыбалка. Друзья, вот такая у нас получилась замечательная, очень интересная рыбалка. Мы завершили рыбалку. Сейчас у нас 14:30 дня. Мы уже полностью помыли лодку. Все спаковали, сложились. В 13:12 мы уже плыли на берег. Реально первая, по-моему, рыбалка в моей жизни, когда я уже говорю: Виталик, давай заканчивать. Реально руки болят от вываживания. Виталик, как тебе? Ну, рыбалка, такой рыбалки еще у меня в жизни не было, рыбалка сказка. Вот. Столько хвостов и качество их, ну, радовало на каждой поклевке. Нашли на Ингульце такую точку, где собиралась почему-то щука, прошли много километров, все искали эхолотом и нашли. И вот практически на одной точке подняли, ну, просто огромное количество, просто волшебного качества щуки. Мы здесь были 3 суток, ночевали мы у ингулецкого рыбака, которого, наверное, Широковского, ну, я от себя говорю, я с Ингульца, и, наверное, многие ингульчане видели этого человека на речке. Его зовут Валерий Михайлович. Михайлович, как ваша фамилия? Костянецкий. Костянецкий. В общем, он нас радушно принял, мы жили у него, и, ну, такая у человека история. Михайлович, поздоровайтесь. Здрасте.
Страна у нас такая, вернее, не у него история. В общем, у него пенсия, единственный доход. И получается, если ты хочешь жить в теплом доме зимой, тебе нужно больше заплатить, чем ты получаешь пенсию. Мы, в общем, со своей стороны как-то поможем Михалычу там вещами, снастями. И, возможно, будут такие люди, которые тоже окажутся небезразличны. У Михалыча спросил, карты Приватбанка нет. Как-то мы обдумаем этот вопрос, чтобы было все честно, напрямую, там, возможно, дадим его адрес, у кого-то там, может, не нужны снасти, возможно, у кого-то есть возможность материальной поддержки. В общем, в чем уникальность Михалыча? Кроме того, что он очень общительный, ему практически 70 лет, дедушка сам делает воблеры, железяки, безузловки, выливает сам джиголовки, причем такие джиголовки, чебурашки, в общем... Наверное, где-то будет отдельное видео, мы сядем с ним отдельно за столом, и он поделится своим богатым жизненным опытом. И обязательно будет видео, где мы вас попросим помочь ему тоже присоединиться к, вот, к нашему такому небольшому движению. Просто поразило, ну, в общем, страна, вы знаете, какая у нас, тут много говорить не буду, будет такая к вам всем просьба. Всем большое спасибо за просмотр, рыбалка просто нереальная. Всем большое спасибо еще раз за просмотр, всем ни хвоста, ни чешуя. Если есть возможность, последние рыбацкие дни, не упустите их. Всем пока. Пока. Пока.